сегодняшний день уже пятый трамвай не ходит. А почему они ходят? Вот и действительно задавали себе вопрос, почему они ходят. Потому что бизнес-партнер Труханова то ли по жадности, то ли из наглости застроил круг трамвая. Ну, просто взял и застроил, понимаете. И теперь сначала трамвай ходил в режиме «тяни, толкай» туда-сюда, а теперь его вообще сняли. И колоссальное количество одесситов, тех бабушек, о которых так Труханов заботился, мы помним, да, бабушки – это его любимый электорат, вот сегодня не в состоянии даже получить такую элементарную, в общем-то, радость при такой нищей жизни поехать в Аркадию. А это единственный, в общем-то, пляж, который находится в такой, ну, шаговой доступности, да, там не надо спускаться с горы.